Новый день. Новая посылочка пришла для Технокуба. Село Криво Піля, Івано-Франківська область, Відромана. Вскриваем. Даже уже и гадки не маю, что нам прислали на ремонт. Але ремонтуем все, что клиент нам везе. Кстати, вы тоже так можете нам через новую почту присылать на ремонт свою технику, отремонтируем, может быть, отснимем контент и отправим вам уже исправный инструмент. Связь со мной по Viber, Viber будет закрепленным комментарий. Парксайд! Как я люблю Парксайд! А люблю я его за відсутність запчастин! Що нам Парксайд предоставит нынче? Перформанс! Серия Перформанс! Это вам не для чайников серия. И что здесь такое может быть? Оп! Ребята! Аккумуляторный лобзик! Вы же так полюбляете тематику аккумуляторной техники, которую я ремонтирую. Ну, судя по внешнему виду, недолго этот Парксайд так проработал. Тут уже какие-то буквенные индексы наставили. Так, ну что, пытаемся, давайте его включить. По-моему, насколько я помню, я общался с владельцем данного аппарата. Заявлено, что он... Ну, только судорожная попытка включения присутствует. Что, вообще не хочешь? Да? А, может, что-то... Какая, блин, перформанс техника. Разблокировали. Теперь пытаемся включить. Ну, только так, световая индикация какая-то и все. Позывов работы двигателя не слышу. Так, что у нас заявлено по аккумулятору здесь? 20 вольт. Давайте посмотрим, что нам покажет. Плюс-минус короткое замыкание. Так. Что-то коннекти сделать. Так, 23. Норма. К аккумулятору питань нема. Так, значит, аккумулятор в сторону. Поставим все-таки его на дозарядку. Пускай заряжается. Мастер то работает, пускай и зарядная работает. Так. Ну, а мы будем разбирать уже этот лобзик. Так, как же ты тут у нас разбираешься? Оп. Ага. Вот и открылся доступ к винтам. Откручиваем здесь винты, потом снимаем защитное стеклышко и по периметру крестообразные саморезы или шурупы. Все шурупы по периметру открутились, кроме вот здесь, где алюминиевая уже деталюга и лежутся грани. Печалька. Сейчас попытаемся прогреть техническим феном, может быть, поможет. Нет, значит, придется высверливать его, наверное. Никаким образом не получается справиться этим. Он там меньшего размера идет. Вот здесь такой шурупчик. И здесь меньший. Ну, придется головку отсверлить. Надеюсь, корпус снимется, а потом уже, может быть, тисками маленькими либо плоскогубцами получится реставрировать. Главное, чтобы этот хлам парксайдовский вообще поддался ремонту. Вовремя, ребята, спохватился, пока еще не досверлил полностью. Оказывается, пластиковая часть корпуса-то не соединена с этим, ну, так сказать, фланец или что. И все, у нас идет разборочка. Эта часть корпуса уходит.
Так, так, так. Угу. Ну что, ребята? Вот вам внутренность нашего лобзика. Регулятор оборота, бесщеточный, довольно-таки неплохой. Бесщеточный двигатель. Вот что-то он вращается очень тяжело. Неужели здесь с механикой проблемы? Здесь аккумуляторная клемма и контроллер. Может быть, он уходит в защиту? Может быть, здесь проблема механики, блин. Ну, туго вращается, ребятки. Ну, до этого момента дошел, он вообще в клине. И шток, по-моему, не движется. Таки придется здесь высверливать, чтобы разобрать механику. Вот я отсоединил клемму подсветки от регулятора оборотов. Взял ротор, вставляем механику. И видите, он полный цикл не делает. Он в клин уходит. Здесь в клин и здесь в клин. Так что идем, наверное, пути. Раскручиваем механику. Располовинил механику. Пока что я косяков не вижу. Здесь площадка ходит. Этот ролик или напролик работает. Давайте вставим ротор. Так, давай, коннектись. Ну, здесь четко все. Остается у нас вот этот шток. Ага. А вот что-то у него здесь плохо. Отдых. Вначале плохо работал, сейчас ходит вроде. Смазка есть. Никакой выработки вроде не наблюдается. Даже не знаю, к чему тут придраться особо. Но бегает шток. Сейчас вот эту смазочку, оригинальную, перформанскую смазочку, распределим вручную по штоку. Файно так распределим по всему периметру, чтобы тебе легко было работать в этой жизни. Ну-ка. Ходит и выходит, как говорил. Так. Мультипликационный герой. Ну, тут тоже вроде смазки же достаточно. Все окей. Тут вообще легенько бил, так мизинчиком крутнул и все закрутилось, завертелось. Давайте так сложим. Ага, так нам надо еще ж попасть. Вот так вот собрал, шток потянул, назад он не идет. Ну ладно, это может быть сейчас. Ставим ротор. Ну, с ротором бегает. Ну что, как вариант, может быть, ребята, как вам из опыта сказать, может быть, этот шток, он выскочил из вот этого ролика, и все, и в клине. Площадка вот так с роликом ходит, доходит там, когда уже упирается в этот шток, и все, клин получается. Ну что, как вариант, только собирать и тестировать. Такой вон парксайт. Вот собрал этот девайс без подошвы, сейчас посмотрим, что у нас получится, не получится. Так, разблокировка есть. Включаем. Работает. Проверим на максимальных оборотах. Может, шток вылетит. Работает так он. Еще один крепление. Сейчас пройдемся по периметру. Здесь не закручено, и будем полноценно уже проверять. Так, ну что, протестировать я решил уже под нагрузкой. Поставил пилочку.
взял деревяху, сейчас затестируем. Потому что, ну мало ли, что человек отправлять, а вдруг он под нагрузкой опять даст сбой. Так, работаем, тестируем. Здесь вот эти скобы металлические. Так, ну пилочка, конечно, бэушная, потому-то он так и прыгает. Ну, тем более, то ему хорошо будет нагрузочка. Ну что, работает аппарат. Все, изымаем пилочку. И можно будет паковать и отправлять владельцу обратно. Единственное, что рекомендация владельцу, это сильно не давить. Поэтому, скорее всего, выскочил шток из направляющей. Вот и все. Ремонт окончен у нас. Потому-то и хорошо, в принципе, я не люблю хвастаться о себе, но вот почему отправить мне на ремонт, вы сами видели, что сломалось, практически ничего не сломалось. А в мастерской бы какой-то перформансной вам бы рассказали, мы поменяли и это, и то, и то, и это, и давайте пару тысяч нам, ну, 50% стоимости. Поэтому, кому было полезно, то поддержите технический контент лайкосом. Всем пока-пока, удачи!